будем читать Библию, но перед этим я расскажу вам стих. Мороз, снежинки падают, бесшумно и легко. Весь мир сегодня празднует Иисуса Рождество. С Рождеством, ребята, вас! Ну все, ребята, давайте читать Библию. Эта история называется «Мудрецы с Востока». Когда Иисус появился на свет, Бог зажег в небе в его честь новую звезду. Мудрецы, жившие на Востоке, заметили на небе эту яркую звезду. Они поняли, что это не простая звезда, а знак того, что родился новый царь. Мудрецы захотели поклониться Иисусу и отправились в путь за светом звезды. Так они попали в город Иерусалим к царю Ироду, царствующему там. Мы слышали, что родился новый царь. Скажи нам, где он? Спросили они Ирода. Слово мудрецов сильно встревожило царя. Ему не понравилось, что кто-то другого тоже, как и его Ирода, называют царем. Он еще не знал, что младенец Иисус – тот самый новый царь земли и неба. Не знал Ирод, что Иисус – сын Бога. «Я не знаю никакого нового царя», – ответил мудрецам царь Ирод. «Вот вы пойдете и найдете его, а потом скажете мне, где он находится». Мудрецы ушли и направились туда, куда их вел свет звезды, к месту, где находился младенец. Они обрадовались и поклонились ему, а затем подарили Иисусу подарки – разные душистные травы, блестящую золотую посуду и ларцы. Бог знал, что царь Ирод не любит, когда кто-то другой тоже знал, называл себя царем. Вот поэтому Бог и послал мудрецам сон. В том сне мудрецам было велено, чтобы они не говорили царю Ироду, где находится малютка Иисус. И мудрецы пошли домой иным путем. Ну все, ребята, эта история закончилась, и вся история называется «Бегство в Египет». Спасибо, что были с нами. С вами была я, Алина. Читайте Библию вместе.